Всем привет, всем привет. У нас пазмофобия, особый режим, Кеннити, Саша с канала Кеннити Плей. Ссылочка на его канал будет в описании и в названии. Переходи, ставь лайк. И у нас сегодня, вы представляете, мы такое, по-моему, еще не делали. Или я могла пропустить этот челлендж. Но я не помню. Честно, видосов у меня, по-моему, нету по этому режиму. Ноль доказательств. Идем без улик. Призраки вообще не настроены сотрудничать, но мы в тебя верим. Нетики в меня верят. А, спасибо. Ну что ж, посмотрим. Это все нам надо сделать в Графтоне. В Графтоне, там, где темно. Самое главное сейчас узнать, какого уровня дадут оборотку. Это вот прям, ну... Самое главное, мне кажется, сейчас... В каждом особом режиме. Голос у меня, правда, немножечко чуть-чуть еще сегодня подсажен. Так что, да, не обессудьте. Все, увидимся с тобой уже в фургоне. Убирать верхи. Угу. Второй уровень. Ну, хотя бы есть благовоние, соль, рассудок есть. Экраны все целы. Сейчас я тут чуть-чуть уеду. Ну да, времени тоже нет. Эйприл. О'Нил. О'Нил, да. Но нет. Эммет. Я тоже. А что ты крест взял? 100%. На всякий случай. На всякий случай. Окей. А, щиток не глянули. Что по предметам? Карт нет. Я сразу первым делом. Хорошо. Ничего нет. Наверху нет. Есть зеркало. Генератора наверху. Сейчас включу. А, я предлагаю, раз есть зеркало, а там наверху посмотрел предметы. Проклятые. Ну, вроде нет. А походу одно зеркало. А зачем ты вырубил? А что надо? Попрятаться. Я предлагаю тогда сейчас взять благовошки, раскидать соль. Да ладно тебе. Раскидать соль, сделать дорожку на полтора, ну и все, и ломать зеркало. У нас все равно улик нет. Ну да. Ну, огонек-то можно? Ну, я сейчас камеру притащу. Две возьму. Можно еще комнату подглядеть? Ну да. Ну давай я быстро гляну в зеркало, посмотрим комнату, глянем огонек и уже это будем ломать. И... Он вот здесь. Блин. Прям вот тут. О, воу. Не мираж. Ой, а что я включила? Прям как по соли любит ходить. О, это не Мара. Уже легче. Не мимик. Как будто бы легко. Сейчас дорожку понял строить. Соли еще тащу. Ага. Свечки расставим, потом на Анрё. Проверим. Прям столько подготовки. Я вот свечки еще тащу на Анрё потом. Делай дорожку пока. Иду предмет себе напинаюсь. Ага.
Активность вообще нулевая. А, вот однерочка сейчас. Ну, maybe. Ну, хз. Что нам надо еще? У меня опять поломаны звуки. С каким они звуком падают? Да, у меня приглушены шаги. А, исправим. О, нормально. А тебе благовошка нужна? Пока. Ну ладно. Сейчас еще свечку принесу. И все, наверное. Ну да. Я зажигалку еще. Знаешь, что я сделал? Что ты сделал? Соль в тарелку положил? Ну... Что? Да ладно, ты не видишь? Ой, божечки. Да ну тебе. Как обычно. Вообще. Банка, стой. Дурная банка. Я решил банку вообще эту нафиг не использовать. Ну да. Не, не бутылки пью, с пивом. Да блин, а тут больше нечего. Да я думаю, хватит. Ну да. Ломай ты зеркало, потому что я уже сняла чуть-чуть рассудка себе. Подожди, дай я тоже возьму блок. Да возьми, возьми. Все принесла. А ничего не видно. А, даже здесь соль кину. Ой, подожди, подожди, подожди. Я возьму себе еще что-нибудь на Юкая. Ага. Ой, он здесь, он здесь! Он только что наступил в соль у лестницы. А... Да. Фига себе. А знаешь, где он был? Где? У камина. А, да? Да. Холстает. Страшно. Ой, ладно. Да, ну, давай. Атака! Я вообще не слышу. Союз градусника. Идет, нет? Вон, он уходит, вон. Уходит. Сверху. Фига он раскин... Не. Не. Фига он... Быстро проходит атака. Ну не, мне кажется, он бы задел и тарелку. Чегось? Мне кажется, и тарелку бы задела. Но она очень тихая была. Вообще, вообще невозможно. Но видишь, это может быть баг? Карт? Может быть. Кстати, да, в прошлые разы тоже призрак был очень тихий. Блин, я на духа да, не да. засекла. Сейчас. Рассудок глянуть. Будет атаковать нас или нет? Будет. Но она не была быстрой, да? Ты уверена? Она как-то быстро пошла. Ну это не Диоген и не Тае. И не Рев. И не Райдзю. Ну да. Не Мороз. Вроде не Полтер. Не Фантом. На не Они ханту. Я, кстати, не поняла. Да, не Ханту. Мороя пока хз. Может, Банши? Не знаю. Может быть. Давай датчик возьмем. Ну ты не слышала, как она ускоряла?
Ну, она уже к нам ускоренная пришла. Но она нас видела снизу, получается. В столовке увидела, да, и шла. Ну, пойдем сейчас, что? Сейчас на нас не нападет тень долго. Или дух. Ну, я думаю, это не демон. Ну, наверное. Может, не дольше постоять? Хотя что-то не очень хочется. Ну, так по-хорошему надо. А, хочется здесь постоять? Ну-ка, пройди через датчик. Ага, теперь тебя считает. Раньше не считал. Мне страшно. Немножко. Может, ты тоже зеркало потыркаешь? Чуть-чуть. А смысл у нас 45 уже. Сейчас любой нападет, кроме тени. Это не я. И не я. И не я. It's a trap. Окей. Кури. Не надо. Пилик, 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 пилик. Обкури уже. Очень странно. Преследует? Оль, а... Сейчас, секунду. Переехала, думаешь? Ну, кресты не елись. Ну да. Пар здесь. Да, пар здесь. То есть она все еще там? То есть она ходит. Ходит до нас. Угу. Вот, она, получается, до меня ходит. Попробуй вот, стой, спрятаться. Стой. Нет, тебе надо. Ну смотри, когда ты стояла там, она дошла. И начала атаку отсюда. Я пошла за тачиком еще одним, давай. Можешь выйти пока из дома. Успею. Проверим, пойдет на меня наверх или нет. Ладно. А вот и ГОСТ. Ой, ГОСТ. Фига. В бревнах стоит. Второй подряд. Ключ, свет. Физически. Да, два физических. Вот я сейчас хочу посмотреть на Оньку. А еще она обкуренная. Ну, в смысле, на духа. Да-да. Ну, как бы долго. Ну, я не сразу засекла, но уже 2:12. И два госта сразу. Да. Она сюда пришла! Да куда ты, ну... Спрячься тогда, на меня пойдет или нет? Спрячься. Уйди за кресло, уйди. Не хочу. Уйди, на банши проверим. Она сюда подойдет. Ну, мы узнаем по датчикам. А, соль, соль. Наступит. Это больше, чем душнило уже. Но у меня уже три.
А раз пять сгорит. Да, раз пять. Ага. Но это больше, чем 3 минуты. Ну что-то странно. О, началось. Не анрём. Так, секундомер можно вырубить. Ты вроде бы не абаки. Ты встань за этим датчиком движения. Да, я пыталась уже. Она здесь, она здесь. Спокойно, спокойно. Спокойно. Я пыталась уже так проверить. Что за бред? Хочешь спрячься? Оу май. Она до тебя дошла? Нет, она здесь закончила и хотела начать. После госта. Да спокойно пошли, там безопасно сейчас на кресте. Да конечно. Да вырубись уже. Не могу. Я говорю, спрячься. Ладно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, мадам. Мадам. Мадама. Да. Я засекла снова. Конкретно, прямо сейчас. Это не джин. Я опять забыла на этого посмотреть. На Они. Не банша она на меня шла. А может она за тобой и ходила? Хорошо. Я ушла. Ну а чё, у тебя благовошка последняя. Алло. А, во, как ты далеко летела-то. В HP. На Они посмотришь, моргание? Все время забываю. Хорошо. Вроде не горю. Хотя. Что думаешь насчет горю? Ага, это не джин, точно. Не джин. А щиточек-то там, в мастер-бедруме. Но есть 20 секунд, 15. Не хочу, поздно. Ну смотри на моргание тогда. Я спряталась. Ровно 1.5. Есть идеи. Вообще без понятия. Это не дух. Ровно через 1.5. Ни хрена не видно. У нас больше ничего не осталось, да? Этим фонариком проще себе в глаза светить. А атаковала она откуда пошла? Ну, от своей комнаты. Тут банки валяются. Ну, катится. Вот отсюда. Из своей, да? Чё думаешь насчет горё? Горё? Это было не 1.5.
лимончелло. Только свет врубили, сейчас опять все вырубится. Демон, что ли? Что-то как-то уж слишком быстро. Слишком быстро. Ну или давай сейчас сверху посмотрим на Моргане еще. Да и все. Ну пар здесь. Ну пар там до сих пор, да. Какого фига шляется, да? Ну да. Ну слишком быстро. По ощущениям. Ты же обкурил еще, да, в прошлый раз? Да. Ну тогда точно быстро. А какое они у нас дыхание было? А, да. Точно. Димон? Думаешь, Димон? Ну у меня осталось Димон, Юра и Игорю. Так. Я не слышу даже, чтоб что-то падало. Даже не слышно, чтоб что-то падало. Так так. Ну так ты обычно слышишь, что что-то падает, когда это мюль. Вообще куда-то свиндила. Чё ты? Бред какой-то. Хозяин. Крафтон. Да. Слушай, знаешь, я попробую? Хочу попробовать. Направленный микрофон. Включить, выключить. А смысл? А вдруг поможет? С чем конкретно? Звуки. А, я уже починилась так. А, да. Я вообще ничего не слышу. Как двери закрываются, как он ходит, вообще ничего не слышно. Не, я уже делала так, у меня сломали звуки вначале. А-а-а. Я как красиво. Ровненько. Это MP70. 5.5. 5.5? Да. Черт. Это горшок, если перевернуть. Цветочный. Цветочный, да. Что, ты хочешь еще атаку? Я ничего не хочу. У меня вот это благовошки-то нет. Так ни у кого нет уже давно. Блин, даже не знаю. Ну, он не перемещается по локации. Ну да. Из оставшихся больше никто не перемещается. Фантом? Да с чего бы? Конечно. А почему не Юрка? Мне кажется... Ой, фу. Фига ты глотнула. Ты что-то подавилась, да? Чё? Ну да. Кстати, да, он вообще же ни одну дверь не тронул. Ну давай, давай, давай попробуем. В принципе, и Мара может не перемещаться из комнаты. У нас очень много раз так было. Нет. Тут какой-то... А? Да? Да? Да, вот так. Вот так вот.
Я говорю, почему-то странно находит прям за километр. Может, она просто шла на электронику, электрику вот эту вот. Может, она последний раз там на свет пошла проверять. Тоже может. Я говорю, она слишком часто ходила за километр просто до нас. Да, на нас. Да. А, и атака началась раньше? Понятно. Угу. Ладно, поехали. Это что, туман такой? Что-то туман какой-то прям. Туманный. Туманный туман, да? Да-да-да. Да-да-да, у меня тоже сеточка, как будто я не знаю, это что за извращение. Я не знаю, давай проверим. Не, не изменилось ничего. Еще хуже стало. Короче, фигню какую-то наделали, я не знаю. Да. Он и так плохо светит, как мы вообще что-то увидим? Какой-то. Ну нет, это не. Я тебе говорю, они что-то нахимичили с этой фигней. Туман просто невозможно. Спасибо, учитель. Нет! Ну-ка. Да? Странно. О! За бред. Ой. Так, ну это значит не Мара. Мимикуш. Намамик. Что за туман? Я не могу. У меня рябь в глазах. Надо было на банше проверить с помощью микрофона направленного.
Какие? А у меня такое ощущение, как будто на глазах, как будто сетка москитная. Скрип. То есть я виноват, да? То есть я виноват, да? То есть я виноват. Заходи, не стесняйся. Имя. Я была без микрофона все это время, простите. Что делать-то? Пар тут. Оля, пар тут. А и пар там. Я тебе больше того скажу. О, реально переехал, не горю, значит. Я тебе больше того скажу. Я, походу, уже давненько без микрофона играю. В смысле, я когда подавилась, я выключала микрофон. И что делать? Да ничего. Посмотрят у тебя на канале. Ссылочка на канал Саши в описании, в названии. Там я говорила. Ты знаешь, я сейчас резко подумал, такой, а вдруг я микрофон выключил и так плавно посмотрел на... Да-да-да-да. А ты мне помочь не хочешь, да? А, ну ладно. Я тут вижу только один крест, а где второй? Что ты делаешь? Я перетащила все сюда. А что, он здесь, думаю? Да пар здесь. Но он не наступает. Сейчас. Не хочет, а не наступает. Там активность нулевая. Конечно, не наступает. Yeah.
Это его ханулось, конечно. Тут 2,7. Нет, заберу с собой на Юкая. Все, что? Ломай зеркало. А там я его брошу. А благовоние? А вон на у двери. Я тебе комплект оставила. А зарплата где? У начальника спроси. Так ты мой начальник. Я? Да. Чё? Вот надо, да? Они тратятся же. Ты будешь зайка Епар. Нет, зайка Епар, он один такой. А где еще крест, кстати? Я только один нашла там. Он там же. Да? А Коль, ладно. Он не переместился. Что? Он там же. Ладно, ломай уже. Я поближе, да, подойду, обкурю. Ну парта здесь. А чё случилось? Атака, Оля. Я его не вижу. Слышь, ты, зяблик, иди сюда. Мы сейчас минуснемся. Ладно. А, да, он свет вырубил нам. Моргание, я не знаю. Он нам свет рубанул, да? Не джин. Где? Да вроде-то. Соль, кстати, светится. Да-да-да. Но это не... Чё они? Не полтер? Да-да. Тащи всё обратно. Какого фига только он сюда пришёл? А где ещё раз пять? Ну вот я одно перенесла. А вот тут лежит. А, я его не увидела. Зайка и парк где? А, по-моему, в Близнецовской или нет? А. Или в детской. Не помню, слушай, точно, где он тут. Кстати, тут можно прятаться же. А, ну да. Но такой себе все равно. Ну да, я тут больше прятаться не буду. Что? О-о-о! О-о-о! Там нормально горит. О. Угу. Ай! Да ладно! Зараза! Не успела. Но это не дух. Все-таки переехал. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, давай. Ты не Юкай, да? Ты не Юкай и не Оня. Иди отсюда. Иди отсюда, все. Не надо ко мне больше идти.
И так я поеду, наверное. Красиво, красиво, да. Я не знаю, кто это. Не знаю совершенно. Что у нас по рассудку? У меня еще немного есть. Вряд ли тень. Не дух, не полтер. Демон Банши Юрей. Не фантом. Ну вот у меня осталось демон Банши Юрей. На Банши не похоже. Я хз, слушай, я не знаю. Я на Юрея, наверное, поставлю. Чисто по приколу. И еду. Мы все сделали. А может это Анрё? Слушай, подожди, Анрё. Он так активно просто свечки тушил. И свинтим в другую комнату. Да! Реально! Оль, последний момент. Ты поставила? Анрё, да. Я... Ты что? Я не поставил. Да блин. Я ты последний... сказала прям за доли секунд. Да. Я только журнал открыл. Я в последний момент подумала, что он напал... это там, где мы свечки еще не зажгли. То есть он переехал быстро от огня. Да-да-да. Блин, обидно. А я думала, ты с благовошкой. Какой благо... А, у меня была благовошка. А, подожди, нет. Или да. Или нет. Да какая разница, он появился прямо перед лицом. Ну, да. Я просто не ожидал такого, такой наглости. Да, да. Какая Санни Мидлс? А, я ошибся, да, графа точно. Ошибся, фига себе. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Примерно комнат на 60. Ну, хотя бы дождь. Я говорю, ошибся комнат на 60 примерно. Обестигейтинг. Шеннон. Мы приехали обестигейтинг Шеннон. Ой, не-не-не, подожди. Видеокамеру. Я с тобой беру. Я поржу, если сейчас призрак будет здесь. Сразу пойду туда же, где генератор стоял. Да, я тут вниз. И прикинь, 100% его там не будет. Его тут нету, Оля! Его там нету! Дежавю номер 3. Жесть какая-то. Чё, нету всё? Чё? Подожди. Если тут нет. Он на авто... Ты уже посмотрел? Что на втором-то? Зеркало или что? Ой, в смысле призрак или что? Всё. Генератор! Да все, свет есть. Генератор. 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 Шкафчики свободные. А мы до них ни в жизни добежим. Чё? Зеркала нет? Есть, все нормально, он да. Он здесь. Да. Он здесь. Да. Ясно. Да. Угу. Ну, пока Мару оставляем. Сейчас в этот раз. По приколу, наверное, да. Ну вот и пар уже. И пар. И пар. Это не мимик. Это невозможно. Ладно, засули пар. Ой, что-то. А прикинь, они по приколу сделали так, что призрак все время в одной комнате. Ну не может быть 3 из 3, блин, в одной. Ты чё? Саш, всё хорошо? Ничего. Да, поплохело немного. А, я заметила.
Ты решил в Фазме крабом побегать? Да-да-да. Грузень. Это, кстати, на бок стоят. То есть не прямо, а чуть-чуть больше настояли. На соль не наступай. Как в прошлый раз. Это страх. Ставим обестигатора и... Кого? Обестигатор. Обестигатор? Ну погоди еще, дай ему шанс. Ладно. Не ставь кружки, надо тарелки только. Почему? Тарелки круглые. И чё? Я не понял, у тебя проблемы какие-то с квадратом или что? Да. Это что за это? Дискриминация квадрата. Дискриминация квадрата? Ну да. Получается. Ладно, ладно. Тут дело не в квадратах, а в стекле. А МПшку ты не брал? А, она наверху. Я сейчас бегаю за еще одной. Я там ее около дивана поставил. Датчики движения беру. Угу. Можно, в принципе, пока постоять и послушать через микрофон направленный. Мне кажется, ничего не даст. Особо. Тебя чисто в квадрат сделал. Хотя он не любит квадрат. Да, и знаю. Покажи нам бат. Не, мне не надо, только ему. Не мираж. Наступил? Да. Наступил! Да! Отлично. Немара? Все, можно уезжать, не мираж. Немара? Не мираж. А опять включила, что ли? Да. Отлично. Они наоборот теперь. Ага. Идем за фонариком еще одним. Так, все включено, все идет. Пару в ху... пар на... Опять? Не вижу. На меня смотри, сейчас. На меня смотри. Да нету. Ты стоишь такой еще головой, делаешь вперед-назад, такой как будто там пытаешься. Да-да-да. Или клюешь просто. Бери благовошки, да пошли. Я тебе говорю, на видео посмотришь, пар. Хорошо. Ой, не то. В тарелочку. Да как... Пар пропал. Потому что его и нет. Да твоя шиза. Да шиза твоя. Да, конечно. Бери все и пошли. Да в смысле... Чё? Благовошки, смотри в зеркало. Какое зеркало? Да вон оно. Давай, я тут постою. Смотрим на джин. Подожди, я фонарик возьму. Ну, естественно. Ну да. Саша и загадочная история про фонарик. Да, он там. Ага. Обестигеешь. Ты ломать будешь? Зачем его ломать? А зачем оно нам? Смотреть. И атаку ждать теперь?
Ой, фига, это что сейчас будет? Чё? Ай-яй-яй-яй-яй! Чё? Ясно. Не они. Да-да-да-да-да. Но он все еще там. Угу. У меня рассудка, наверное, уже очень мало. Раз пять сгорело. Зажигать. Быстро. Зажигай. Чтоб не пахло кисло. Ну, опять и пар. Угу. Кил. Кил. Кил, Оля. Спасибо. Ну я же. Ты очень добрый. Он сосед. Оля, он соседний вот здесь. Атака! Она ползет! А вон она вообще. Так, он обкурил. Она эй, быстрая была или нет? Потому что за нами бежала. Ну да. Ты ее прямо обкурил, ты зацепил? Ну да. Я ей в лицо кинул. Ага. Откуда она пошла? Ты понял? А Оля, она пошла отсюда. С кухни? Отсюда, вот отсюда. А пар здесь до сих пор. Анрё? Похоже на Анрё. Сибейшн сделал. Сейчас за свечкой еще схожу. Да что мне сегодня? Дай знак! Ой. Дай знак. Кил. На кресту постоим. Подожди. Атака. Атака, 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 атака. Слева. Я вообще не слышу. Поле, поле, бежит, поле. Бежит, бежит, бежит. Не дух. Не дух. Но она оттуда начинает, может, переезжает. Может быть. Перетащи, пока я за боговушку схожу. Ну, зато усечки тут. И пар тут. Да, пар до сих пор там. Подожди. Посмотрим, сколько таблетки работают? Возможно. Давай проверим. Хотя рассудка нет. Смотреть собрался. Ну, давай ты проверь. А, я проверю. Давай. Хлобысь.
Ей! А, нет, смотри. 6, 8. Ладно, пошло. 14. Неплохо. Ну да. И все? 19. Нормально. 24. Что-то 20. 26. Нет, смотри-ка, 25. 30. А у тебя уменьшается, Оль? Нет. 46 снова. Ну, 25 дали. Как-то очень медленно прибавляется. Не фантом же? Нет. Не фантом, не они, не джин, смотри, не диаген, смотри. Не тае, не моро. У меня остались демон, банши, юрей и тень. Демон, банши, юрей, тень. Угу. А, Андрей еще под вопросом. Ну да. Ну, не знаю. На банши плохо похоже. Не ходил. Ну до, да, не до тоже меня, верно. Не до тебя. Андрю, может там Андрю, кстати? Может. Надо сейчас пойти и посмотреть, где призрак находится. Пошли. Если он переместился, значит это не Андрю. Не Горю. Ну и не Горю, да. А так и не Андрю. Ну да. Атака. Он там еще. Упс. Так я не вовремя-то вылезу из... Я думала она... Твою медь, а. Драту. Я говорю... Я думала, она внизу уходит, а я вылезу посмотреть на Моргане еще раз. А она по лестнице поднимается, уже смотрит на меня. Понятно. И я чё, Андрю? Ну, пойдем. Олег. Час! Уже час! Подожди, КМП. А мы ничего. Мы не. Ну да. Нет, МП 4. Все норм, это гост. Что задать не успеваем делать? Это точно не тень получается. Раз напала сразу, как зашли с 50 раз. Почти. Да какого хрена? А ты выбрала Мюллинг, да? Нет, Анрё. Ее. То и Андрю. У меня ноль, у меня ноль до сих пор за час. У меня один. Какого челентана? А вроде, знаешь, умеем играть, да? Вроде как по профи там, туда-сюда. Карта дурацкая, багованная. Что Мюллинг, что не Мюллинг, все тихо. Да, согласна. Чувствую душно. Душно, Оля, открой форточку, пожалуйста. Не могу. Мне далеко к тебе ехать форточку открывать. Короче, знаешь что? Заходим, слушаем атаку сразу же. Угу. А, сон насыпаем, слушаем атаку, короче. Огонек. С благовошкой сидим, проверяем огонек. Угу. В последовательности разберемся. Да, да. Если ходит обычно, ставим на рандом и уезжаем. Я тебе сразу об этом говорила, чтобы сразу ломать. Это почему ты меня не дослушал? Не помню такого. Не дослушал меня. Спецом. Жопа.
Я беру тогда соль. Я взяла крест. И видеокамеру. Я всегда с собой беру. О, щиток здесь справа. Отлично. Слева, вру. И опять с направлениями фигня. Так может зеркало-то вообще в принципе можно не смотреть. Подожди ты. Я испугался? Это не мимик. Не мираж. На все соли встал. Не мираж. Не мимик. Можно, в принципе, взять направленный под... Ты хотел сразу с ноги залететь и слушать атаку. Напоминаю. Не хочу. То есть ты душиться хочешь, да? Ой, канделябр утащила. Джинс. Таскаю все по 300 раз. Можно еще раз тут гром был? Что ты там делаешь? Я все расставляю. Микрофон включи. Да. Я не выключала. А, ну. Я аж это нервный взгляд бросила. На второй моник. А, зажигал. Кресло скрипит, да. Но он сюда не подходил, не телепортировался. Ну пошли тогда ломать, работал. Да и все. Стекло. Не ломай, я тут постою. Я ломал стекло. Влезу. Роб, прячься. Попробуем засечь. Сейчас надо сбегать, посмотреть, сколько у нас рассудка. Ну его прям слышно, это не мюль, точно. Насчет Они хз. Нет, не джин. Ой. Ты чего? Зажги пока свечи, я пошла рассудок гляну. У меня 90, у тебя 0. А где он начал вообще? А прямо от стола вот здесь вот в гостинке.
Значит, он не боится огня. О, мячик. Почему не боится огня? Значит, не боится. Ну, раз он тут, там иначе. У нас не были зажжены свечки. Смысл их было тратить, если мы полностью были еще. Вот оно. Да. Ну, я еще секундомер завела. Сейчас может быть атака. Может. Опа. Затушил, ну, затушил. Затушил. Одновременно причем. Нет, сначала одну, потом вторую. А. Опа. Ну ему явно не нравится. Угу. Почему они все на Unreal похожи вот? Я не знаю. Да блин, там далеко бежать. Отлично. Мастерской. Не джин, точно. Хорошо. Спасибо. Я знаю, что это ты. Нет. Угу. Ты бы уже бы вскрикнул такой... Оля! Оля, он тут! Да-да-да. Запоздала как-то реакция. Ну, да почему ты тут отушишься? Ближнюю бы хоть я тогда. Думаю, я думаю, это не Unreal. Что-то давно не было атаки. 3 минуты прошло уже. Значит, это дух. Нет. Возможно, мы еще не просели. И это тень. А ну, какой вариант? А ты уже никак не просадишься. Чего он потихонечку у меня падает? Ну, общий, скорее всего, у нас уже низкая. Можешь сходить глянуть. Или нет? Сейчас. Да, было страшно. Да, давай еще раз. Ну не похож на... Я вот хз. На, вроде моргал, как обычно. А вот откуда начал? Он как будто бы издалека начал. Ну, справа. У нас в среднем рассудок 42%. Ну не тень, значит. Даже не знаю. Чем еще поставим? Ну я еще раз засекла, если что. Я пойду еще сбегаю. Здесь уже нормально. Ясно. А 30 секунд-то не прошло? Ладно, это не дух точно. Опа, еть.
Не знаю, по мне похож на Они. А гастов нету. Блин, не знаю, ничего не знаю. А почему? Почему у меня... А, ладно, это все уберу потом. Забейте. Да-да. Откуда начал? Да как обычно, оттуда же. Угу. Это не дух. Он не перемещался. Да-да. Горю? Ну вот не знаю даже. Но это не Анрё. Не Анрё? Нет, он все время здесь начинает, ему вообще плевать. В прошлые разы Анрё как-то в комнату заходил. Вроде не Абаки. Здесь что-то шалит. Вроде не Банши. Может, не, Горю? Может, Йокай? Yes. Он что, подпрыгнул на перила? Да. И здесь тут. Я вон крестик здесь. Давай я попробую с МПшкой, не знаю, постою. Ну, давай. Тут наверху. Не знаю, мне показалось, кстати, на Уни похоже. Да? Да. Ну вот стой сейчас, смотри тоже со мной. Не морой. Ну вот Мара, Йокай, Юрей, Они, Горю. Не остались. Подожди, а он не включал свет? А он случайно не включал свет? Нет, по-моему. В обратном порядке. Или это прошлая катка была? Я уже не помню. Да, да. Ага. Не, я бы сразу вычеркнула, если бы было. Слушай, я думаю, это не Мара. Она. Да, ей пофиг вообще на свет. Угу. Юкай, Юрей, Они, Горю. Ну да. Можно поставить Горю или уехать? Можно. Или а уже нельзя. Нет. Призрак. Не Юкай. Идет, походу. Нет. Призрак, призрак, ты могуч. Вот смотри, смотри, сейчас. О, жопка бежит. Блин, ну обе сожгли. Надо было договориться. Я хз, слушай. Слушай, я думаю, это либо Горю, либо Юрей. Горю тогда скорее. Ну да. Ну давай попробуем. Гостов-то почти не было. Ну да. А те двое любят гостить. Кто? Горю? Нет, Юра и Они. А. Попробуем. Мюлинг! Не, его прям слышно было топать. Не, он постоянно. Ну да. О, да ладно. Да. Ну это жопка, конечно, да. Да. Еще два раза. Да. Что, будем делать перерыв? Между видео. Между видео? Ну, в смысле, сейчас закончим и... Ну, просто... Вторую часть долго пилить. Ну, да. Да, да, я думаю, надо. Надо. Да. Ну, ладно, тогда. Пошли там, распрощаемся. Да, я пошел наверх прощаться. Да, давай. А я тут. Нет, я вот... А, подожди, подожди, знаешь, куда я пойду? Палку. Угу. И вот сюда встану. Окей. Я вот с тыквами поговорю. Ну что ж.
Хорошо. Как-то, короче, так. Не знаю, что сказать. У меня, блин, часть игры не было микрофона. Я не знаю, тут у меня часть замажется или нет. Короче, да. Я сегодня прям супер подготовленная. Я уже даже запинаюсь, говорю. Но, в принципе, что у меня осталось? У меня остался один, но я, естественно, с Сашей пойду еще двоих ему добивать. Не брошу же я его. Да, так что ждите выход второй части этого особого режима. Сложненько. Ну, в принципе, надо как раз так и делать, чтобы залетать, смотреть по атаке и дальше уже, наверное, проверки делать. Так будет, мне кажется, быстрее, чем мы сразу все абсолютно пытаемся посмотреть. Все, в общем, все, спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк на это видео, не забудь подписаться на мой канал, также заглядывай к Саше на канал, ставь ему лайк и подписочку тоже оформляй, вот, и в описании заглядывай, там будет ссылка на мой Discord сервер и на телеграм-канал. Все, увидимся с тобой уже в следующей части этого особого режима. Все, всем пока-пока.